Здравствуйте, дорогие друзья, с нами, с вами вновь я, ваш корреспондент видео старшей школы. И сейчас мы хотели поговорить с одной из самых красивых девушек нашей школы, которая по совместительству является еще и председателем одной из сект. Знаете, я немного волнуюсь перед тем, как задавать ей вопросы, потому что они немного такого личного характера. И мне неизвестно, что она ответит, и вполне возможно, что она приведет своих друзей из секты, которые мне накостыляют. Но мы же ничего не боимся. Давайте, моя. Итак, Кристина. Здравствуйте! Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители. Это Кристина. Как вы знаете, меня зовут Александр. Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Мы хотели задать вам первый вопрос. Смотрите, пожалуйста. Так, полоборота. Так, первый вопрос. Нравится ли вам школа, в которой вы учитесь? Школа. Если бы я могла назвать это школой, то, конечно, она мне бы очень нравилась. Нет. Если бы вас не было здесь, Александр, мне бы ни за что не понравилось данное заведение учебное. Напомню вам, учебное заведение. Учебное. Нет, мне очень нравится школа. Жалко, что мы уходим отсюда. Но... Мне кажется, у вас какой-то позитив даже со словами уходит. Позитив! 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 Это позитив! Позитив! А что вы любите делать в школе? Что я люблю делать в школе? Мы знаем, все, что она любит делать в школе. Я бы сказала учиться. Но... Учиться? Учиться. А что вы все на это не донаёте? Это моя ласка. Но это все не так. Я люблю в школе общаться с хорошими людьми, которые становятся все меньше. Вот террас. Вы видите? Это уже... Сенсация, я бы назвала это сенсацией. Мы же переделаем потом видеоматериал, посмотрим. Нет, еще я люблю... Что я люблю? Первое, люблю общаться, люблю веселиться в школе. Веселиться? Общаться и веселиться. Да. Люблю общаться с Титовым очень в школе. Очень люблю общаться. Мы потом узнаем, кто такой Титов. И накажем. В смысле, проведем интервью. Изгонюши. Вырежете это все. Ну давайте, у меня мало времени. Маша запалит. Следующий вопрос по поводу секты. Потому что были слухи, что вы являетесь председателем секты в школе. Которые вот какие-то тут звуки, что-то я слышу. Слышали ли? Мы еще заходили, нам всем показалось, что это секта. Вы знаете, я не являюсь председателем секты. Если хотите. Председатель секты у нас сидит, два председателя секты. И сидят внизу и руководят всем этим действием. А это лишь маленькая часть всей этой организации. А, так у вас здесь целая система. Система. Да. Систематически у нас. Спасибо, Кристина. Все? Да, все, спасибо. Нет, вы спасибо, спасибо. Спросите меня что-нибудь. Знаете, сегодня было одно из самых тяжелых интервью в моей жизни. Извините. Вы посмотрите на это. И поэтому я хотел бы сказать, что с вами был ваш репортер, чудом оставшийся жив после встречи с сектанткой, с председателем секты, с президентом клуба сектантов. Я просто чудом выжил, и я благодарю оператора нашего Тимофея, высшие силы и себя самого любимого.